Где мы идем, но вот тут вот, вау, но тут вот очень красиво. Где мы идем? Золотое просто здание, блин, красиво, каждое здание красиво. Вот эти вот пальмы, кайфово. Что-то мы во всяких магазинах потеряли достаточно много времени, и так как солнце садится где-то за морем, решили найти какой-нибудь пляж, причал, чтобы посмотреть закат. Поэтому хорош шутить, а? Мы идем по Джумейра Стрит. Дальше будет Дубай и Зоо. А еще дальше будет Джумейра Бич. Что ты обманываешь людей в Лос-Анджелесе? Ну, короче, все, мы в Лос-Анджелесе, ребят. Все нормально, все под контролем. Не переживайте. Воу. Очень видно. Бомжи едут, всего лишь машина. Чем короче номер, 20, да, номер, тем чуваки круче. Знаете об этом. Джумейра Бич. 6 часов. Но уже почти закат. Тут все обойти, не обойти просто. Такая большая территория. Ходим, и тут очень много всего интересного. Все для развлечения сделано, все. Все, что хочешь есть. Сейчас вам покажу обстановочку. Вот мы уже на подходе к Дубаю, к самому центру, к самому сердцу. То, ради чего сюда вообще все прилетают. Я думаю, мы тут еще надолго и все покажу поближе и в деталях. Вот такой узенький тротуарчик. Сразу тачки стоят, и как по какому-то туннелю идешь. Сейчас должны сюда поющих фонтанов, все вот эти дела. Сейчас все будет, ребята. Мы прошли, я прям уверен, сейчас не обломаюсь, посмотрю. Довольно приличная дистанция у нас. Не знаю, мне показалось, что мы сегодня 16 километров прошли. Вчера 16 прошли, сегодня 16. Я вам хочу сказать, что мы очень мало еще прошли. В шортиках тут, в кроссовочках, в рубашечке. Вообще вот с таким прекрасным видом можно просто ходить и ходить. Ребята, красота, они как будто не настоящие. Вот просто смотришь такие, все игрушечные, все красивые. Метрошечка поехала сейчас. Вот. Метрошка местная. Тут небоскребы такие, что голову можно свернуть. И баннер рекламной пиццы прям вообще огромный. Не знаю, будет видно, нет, но вот она видно. Прикольно светится. Вот то, что я вижу, и то, что видит камера, вообще разные вещи. Заходишь в переход, который для метро сделал. Тут просто мороз. Прям дубак. Люди вот ходят, тут мерзнут. Прям реально прохладно. Такое ощущение почему-то, как будто ты в аэропорту каком-то. И это 24 часа челлендж в Дубае. Получилось так, что мы заселились в Эмиратах Фуджере. Это отсюда где-то 150 вроде километров, где-то так. Пару часов на машине ехать. И то есть у нас там отель, у нас там все там завтраки, обеды, все прочее туда. А тут получается, мы просто приехали с рюкзачками.
То есть чисто так, зарядками всякими. И приехали сюда, получается, так потусить, посмотреть, что тут есть, как есть. И обратно тоже пока не знаю, что и как будет. И вот, получается, мы тут будем день, ночь. И посмотрим, что будет дальше. Поживем, увидим. О, Дубай Молл, уже знакомые места. Ой, просто в небо смотришь. До самого почти неба, охренеть. Подожди, а как туда зайти? Мне кажется, какой-то пожарный вообще вход. Короче, ТЦ уже подошли, короче, дальше идем. По туннелю идем, я что-то уже притупил. Я уже маленько не понимаю, куда мы тогда идем. И где вообще выход. И вот идем. И... Да, конца все нет. И что мы так долго-то по вот этому туннелю шли? Мы походу Бурдж-Халифа уже по чуть ли не круг прошли. Не, ну мы то есть мы были в принципе вообще недалеко. И вот она мы все равно. Пробраться до Бурдж-Халифа не знаю вот как. Главное, и что? Очень сложно. Ребята, мы были возле вот там вот дальше небоскребы. МР. Мы были возле них. И как нарезали путь вот до того здания. И прошли Бурдж-Халифа. Ребята, дворник ездит на гольф-машинках нормально. Все вокруг да около ходят. И никто ничего не шарит. Воу! Гуд-гуд. Ну все, походу вот они, последние фонтаны начались. И мы не успеваем. Люди даже бегут. Вот они. Я не понимаю эту высоту, потому что рядом такое здание высокое и, не знаю, у меня ощущение, что фонтаны не такие высокие. Но вот сейчас дойдем. Вон они, фонтаны. Все, ребята, мы идем. Надеюсь, это не конец, не финал. Мы еще успеем. Еще одна мечта сбывается. Ну все, вот сейчас реально согласен, что высокие фонтаны, потому что рядом стоят небоскребы, и они просто бабахают, прям как эти небоскребы. 4 минуты фонтанчики повзрывались, попели. Ну все. Че, галочку поставил побывать в Дубае? Нет, знаешь, такое ощущение, как будто мне мечта сбылась. Как бы я вроде не загадывал такое, но побывав тут, я такой галочку сейчас в мечтах поставил. По кайфу, вообще по кайфу. Мы сейчас в Дубай-Молле. Я снимаю. Вы видели это выражение лица, он как будто улыбку показывает. Смотри. Смотри, какая улыбка у нее. Че, все уплывает? Блин, прикольно. Слышь, вообще плоский, смотри. Короче, завтра сюда придем, посмотрим. Акулы тут, ребята, короче. I love Dubai. ТЦшка работает до 12, а уже час, больше часа. И люди все равно туда валят. Челлендж продолжается 24 часа. И сейчас время 2 часа. До 3 мы тут посидим. Мне кажется, в кафурике. Приедем просто вот так. А дальше будет видно. Пойдем, наверное, на Пальму. На Я бич. Бы приехал на самом деле. Так, ребята, уже 5 утра. И мы еще... Мы еще в Дубаях, мы еще живем. К утру должны дойти до пляжа. Возьмем лежаки и все. И позагораем, поспим. И в центр обратно. Смотрите, вы какие энергичные, а? Может еще на сутки, а, ребята? Да? Может еще на сутки? В метро надо подниматься, не спускаться. И вид интересней. Не просто темнота там. Ух.
есть что посмотреть. И водителей нет. Уже 5.30 утра, мы не спим. Понимаешь, челлендж продолжается. На работу едут. Пошли по мосту. Хотя рядом вон там специальная дорожка, чтобы перейти. Газ, смотри, запели со всех сторон. Смотри, а там-то красота, да? Открывается самое-самое чудо. Блин. Хай! Я везде под всеми твоими фотками и видосами напишу, то что ты изверг, мучитель, заставляешь людей по 30 километров в день проходить и с тобой учиться в отпуск идти ехать. Кто там со мной куда собирается? Не, хотя знаешь что? Я какой-нибудь придумаю более жесткий, который тебе отомщу. Какой-нибудь вообще ужасный такой. Велосипедист, аж вон косятся. Ну, они на работу идут, и три просто белых тела по мосту, где нету пешеходной зоны. Это что, пляж? Мы что, дошли? Пляж, пляж, бич, бич. Ну тут залив. А там это, вот такая вот дорога. Так, в нашем... Сложись. В нашей... Здесь ты... 24 часа Дубай челлендж. Влад. Сдался первый. Так вот именно еще часа ты уже сдался. Сядь тогда ровно вообще, сидите как солдат, или встань. Знаешь, мне кажется, сейчас будет красивое интервью, потому что тут белый песок такой интересный. Интересный песок, море. У песка возьмешь интервью и у газетки моей, которая порвалась. Так, прямой репортаж, ребята, с места событий, солнце уже вот рядом вылазит. Влад проснулся. 8 часов 11 минут, мы уже сутки не спим. Ребят, вот в общем вот так вот Лос-Анджелес выглядит. Мы вовсе не в Дубае. И парусник за тобой, да? И парусник в Лос-Анджелесе тоже есть. Наши глаза уже смотреть невозможно, поэтому мы уже все идем в очочках. По какому-то гетто, где-то, где рыбаки живут. Влад проснулся с новыми силами. Рыбаки живут. Ну а кто это он? Рыбаки тут. Мы все-таки сейчас найдем, где просто завалимся. Загорать. Пока спим. Песочек, ребята, просто кайф тут. Белый-белый. Кайф, кайф, кайф. Так, что, наш челлендж удался, и он продолжается до сих пор. Мы позагорали на пляже, поплавали. И идем дальше. Дальше вот есть парусник. Ребятки, что могу сказать, я весь сгорел. Сгорел нос, лоб. И у меня в Дубае вообще все село. Села камера, сел телефон, кончилась портативка, разрядился MacBook. Короче, все. Энергия закончилась, в принципе, у меня полностью. Поэтому мы уже вернулись. Ну, пришлось просто все наблюдать и наслаждаться видами без какой-либо техники. Короче, мы последний денечек. Последние часы. Возле басика, да. Набрали фисташек, набрали пивасы всякого. Ананасового, клубничного. Конечно, безалкогольного. Еще в Эмиратах не безалкогольного. Все, вот так вот заканчивается мой влог. Все, ребятки, мы улетаем из Дубая. Обратно в Петербург. Говорят, сейчас там холодно, минус 27. А плюс 25 тут. Разница прям очень великая. Ну, надеюсь, не умрем там в этом морозе. Поэтому спасибо всем, кто посмотрел мой влог. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.
ставьте лайки, комментарии не забывайте, подписки, там колокольчик и все прочее. Все, пока.